тем, кому знакома любовь к спорту, невозможно объяснить, что есть другие увлечения и развлечения. Зачастую желание играть в футбол приходит один раз и на всю жизнь. И чаще всего со школьной скамьи. Юные футболисты Кубани приняли участие в турнире на Кубок губернатора Краснодарского края. Кто стал лидером в этой непростой, но увлекательной игре, расскажут Надежда Неткачева и Александр Косицын. На протяжении трехлетних месяцев юные футболисты Кубани сражались за звание чемпиона турнира на Кубок губернатора. Болельщики, одноклассники, учителя, родители и просто поклонники спорта следили за развитием игры. В финальном поединке в течение 5 дней спортсмены из 12 муниципалитетов края боролись за медаль высшей пробы. Председатель районного совета Григорий Литовка поблагодарил организаторов турнира и всех его участников за преданность спорту, увлеченность футболом, стремление к новым достижениям. Вручил награды победителям и призерам, тем самым поставив финальную точку соревнований. Вот и подошел к финальному этапу. Всекубанский турнир по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края. Я от имени Совета муниципального образования Славянский район, от имени администрации поздравляю вас с успешным завершением этого этапа. И действительно, сегодня по награждениям мы увидели, что девиз «Стань лучшим» вы действительно стали на порядок лучшими. У вас улучшилось мастерство. По итогам состязаний победители определились в двух категориях. Среди дворовых команд лучшими стали ребята из Белореченского района, а среди учеников спортивных школ – команда из города-курорта Сочи. У Ильи Ульянова сегодня двойная победа. Он в составе команды из Белореченска. Кроме того, Илья был признан лучшим бомбардиром. Я радостный, я получил лучшего бомбардира. Моя команда заняла первое место. Место, и в следующий раз тоже попытаемся занять. Я очень счастлив, я горжусь этой победой. Также были определены победители в номинациях «Лучший нападающий», «Лучший защитник» и «Лучший вратарь». Турнир завершен. Награды нашли своих хозяев. Впереди у ребят новый учебный год, новые тренировки, новые спортивные достижения. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».